Новость последних минут. Серьезная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Советская в Ярославле. Недавно здесь столкнулись сразу три машины. Карета медицины катастроф забрала одного из водителей в больницу. Со слов очевидцев, в темной иномарке ехал маленький ребенок. По некоторой информации, он не был пристегнут ремнем безопасности и сильно ударился. Люди видели, что у ребенка лицо в крови. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и пожарные. Также сюда приехал родственник предполагаемого виновника ДТП. Он пытается успокоить женщину и мешает журналистам производить съемку. А вы не хотите пообщаться с нами? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, ваша пьяная женщина нам тут все машины разбила. Вы тут будете... Камеру убрали? Мы стали останавливаться на светофоре, в нас въехала машина, потом вторая машина. Оказалось, что вот стали выходить, посмотрели, что женщина была пьяная за рулем, с непристегнутым ребенком, ребенок в крови, и вот две машины. Так как? Нас перед светофором тормозили, да? Мы, да, а она нет. Она не тормозила. Она сказала, что забыла тормозить.